Толщина шнура тоже может быть разная. Вы заказываете по усмотрению. Вот, значит, система прерывания. По пути даже, если мы из лагеря идем, скажем так, да, то есть тащим провод, параллельно обматывая его. Ну, к примеру, можно, какой-то у вас есть там шезлонг дорогой, его обмотали, да. Все это приведет к тому, что нужно это все дело размотать, и только тогда человек сможет все это дело утащить, скажем так. И чем мы будем больше это дело разматывать, распутывать, тем она будет дольше орать. Блин, надо таких покупать по дыру. Так он тяжелый. Это трофей, друзья мои, стопудовый. Наконец-то. Наконец-то, говорю. Вы можете меня уже поздравить. Поводок. Вот он, поводит. Ой, духа! Тихо. Не шуметь. Прямо сопли висел, сошел. Так, такой уберучек. Оставь его пока там. Нормально.
половину молнию надо будет сейчас закрыть, сейчас не будет. Все, вот так достаточно. Хорошо. Вот такой бомбический цвет. Всего взял одну штучку попробовать, блин. Если честно, как бы, ну совсем по судаку не верил, как бы, думаю, ну, как раздражитель на всякий случай. Отработал вчера весь вечер, и сейчас прям принес трофея. Так, прям первая дорожка у нас сразу трофейный судак. Не знаю, там 4 в нем точно есть. Потом, может быть, там и все. Ну, 5, не знаю, может быть. Короче, длиной он с этот чемодан. Это в нем получается, сколько там сантиметров? 60 с лишним. Взял с таким прям приятным судачьим ударом, не рывком, а вот именно такой тык, приятно. Но не проглотил, прям видно за кончик, берет за кончик, даже ничем не подбагрился, блин. То есть аккуратненько, в подсачнике уже сошел. Да, сегодня туманище, конечно, сильный. Погода меняется. Сегодня будет очень солнечно, наверное. Прям даже без облачка. Без ветра. Должно быть тепло. Так, ну что, и все, что один? Не верю. Не зевай, не зевай, судачишку подсекай. Тра-та-та, тра-та-та, у Илюшки 3 кило. Тра-та-та, тра-та-та, у Илюшки 3 кило. Ну так, просто... Ты отвернулся от меня? Ну, посматривай, вообще, просто напоминает уже. Забыл включить камеру. Так, блин, на видео минус один, блин. Фигово. Так, куда она мне снимает? Здесь идет так, 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 так. Здесь вот этих ступенек несколько. Я выскакиваю. Вот обрати внимание по глубине. 7,2. Сейчас там, допустим, там будет там, даже 5, там будет 6, потом 8 будет. То есть они, ну, они неровные, против, как объяснить. То есть ты по-любому заходишь туда, куда даже я захожу. Обратите внимание на эхолот. На эти огромные пупки. Именно в таких местах и любит стоять судак. Если вы нашли такие места, обследуйте их именно в те часовые моменты, когда судак активен. Здесь где-то 5 метров будет. Вот 6, 5, вот 5. Где-то вот здесь, под этим свалом. Вот они стоят. А вот крупный за свалом. Вот трофей наш. Так, на свал сейчас залазим. Точно. На пупок.
А сейчас пупка может быть удар. Удара нет. У этого куста надо будет вставать, жиговать. Мы и с осенью ходили. Тоже у Дэна трон стоял. И вот он здесь тоже взял. У него там фотографии есть, его на осеннем, если ты видел. Ну и видео есть. Тоже такой же, наверное. Вот он взял. С твоей стороны как раз. И не крупных тоже там попадались. У тебя вчера там что они же были же, просто их прощелкал. Четыре метра вообще. Не надо ничего подматывать, не надо ничего подматывать. Пупки. Сейчас он заползет на пупок и будет свал. На рынок приеду, поеду, если найду такой цвет, тебя брать? Да. 2-1. Я надеюсь, они там будут все-таки стоить рублей, хотя бы по 700, блин. За 1000 я, блин. А ты где это купил? Не, в Москве. Здесь я нахрена буду за 1000 рублей покупать. Я взял на пробу, там, говорю, там столько там, вида 4 я взял. И забыл про него, он в коробке вообще лежал. Нет, такого нет. Он у меня у самого один. Я тебе даю уже проверенное, а я на это даже не ловил. Все эти покупал, только проверенные. Я тебе говорил вчера, надо какой-то экзотический цвет достать. Да. Вот он, экзотический. Я сам возьму. Оранжевого нету. Блять. Ну давай попробуем. Вот это или вот этот? Ну это, говорю, дорогие. Выбери, вот какой будешь. На, вот этот попробуй.
подальше отпускай, подальше, наверное. Так, вот они стоят. На холме и под холмом. Блин, это чудо, бля, просто чудо, бля. Чудо цвет. Тяжелый, но не крупный. Встал на лыжи и пошел. Все. Это килошник. Не дрыщ, конечно, но килошник. Нет, это не килошник, это вообще грамм 800. Мелочь какая-то. Так, ну вот, видишь, уже начинает мелочь. А с утра покрупнее. Вот что-то поймал, будем надеяться, это хороший натрон красно-белый. Красота. Поют птички, ловится рыбка. Щупакабра. Не забывай про фиксион. Запуталась конкретно, бля. Значит, вот здесь ее. Нет, не так берешь, не так. Подожди. Берешь ее вот здесь, вот так. Вот. Все. И вот прям сжимаешь ее. Клевало у нас прям с самого утра где-то. А, ну слушай, всего час прошел. За час мы это нафигарили. За час. То есть час клевало. Получается час. 5:59. В 5 начало там идти. По Москве. Бронзу сейчас поставить, можем попробовать. Да, мы всех на бронзу поймали здесь. Да, просто повис. Не багер, просто повис. Даже не трепет, не трепыхался. Проходной вроде бы. Нет, этот не проходной. Этот не проходной. Опять черенький. Попался второй уже. Темненький.
Так, сколько мне? 35. Пойдем подальше пройдем, не будем возвращаться. Шпротина. Я там уже целый этот магазин открывать. Я все перепробовал. Что делать? Хочет вперед? Вернуть, да? Да, подальше пройдем. Блин, а где мне голову? Вот, блин. Попробуем подальше. Кстати, кто-то у меня из подписчиков спрашивал по поводу катушки с счетчиком какой-нибудь недорогой. Ну, не знаю, насколько недорогой. Вот аккумуляторная катушка, конвектор с счетчиком. В принципе, вот я уже ей несколько дней ловлю. Довольно-таки тяговитая. И нареканий нет, ничего не разболталось, все отлично. Конвектор 300-й серии. 400-й побольше, 300-й. Да, все-таки судак именно активен с самого утра, и получается часов. Ну, у нас был один день где-то до 8:20 он ловился. До 8 где-то. А сегодня здесь что-то прям очень коротенько. В начале 7-го, по-моему, все прекратилось, где-то в 6, да? Ей надо будет заливать. Есть. Да. Не крупный. Возможно. И вот чем отличается, да, вот место. Вот как найти рыбное место. То есть, по сути, нужно приезжать с самого утра. То есть с самого утра ты приехал там, с самого сраня. И одному месту уделяешь там, грубо, с самого утра до 10 утра. Ты начинаешь понимать тогда выход. Так, а начинаешь по речке вот мотаться. То есть, может быть, сейчас он вот остановился, потом опять сейчас начнет колбасить. А ты отсюда уезжаешь. Во время того, как ты уехал, то есть пока ты передвигаешься, клев идет, переезжаешь на другую точку, и все, клев опять закончился. Ты опять ходишь, ну, вроде бы точка рабочая, а ты, короче, не это, ничего не ловишь. Поэтому, ну, точка может одна работать утром, вторая работает, допустим, там вечером. Или, допустим, одна работает там с 5 точка там, до такого-то, переезжаешь на другую, более глубокую там точку, или наоборот, на мелководье. И там уже, допустим, начинает работать. Но чтобы это уже другая точка работы в это время. Но чтобы это понять и найти, нужно, я говорю, потратить несколько дней. То есть сначала весь день, ну не весь день, по сути, ну можно даже весь день ходить здесь, чтобы понимать, работает ли она вечером, там в какое время у нее там выходы. Вот. Потом перебираешься на другую точку. Если она вообще молчит весь день, возможно, она никогда не заработает. Хотя она может заработать там в любой момент, туда стая подошла, по какой-то причине малек вышел. И вот. А те люди, которые мотаются по реке, вот просто одну дорожку сделали, здесь не клюет, поехали, здесь не прыгают. Просто у них перерыв,
попал не в то время. Итак, друзья мои, за утреннюю рыбалку, даже, можно сказать, за час времени в самом начале нашей рыбалки, утренней, мы забрали где-то около 6 хвостов. За все время поймали где-то более 10 хвостов, я уже сбился со счета. К сожалению, все на камеру заснять не получилось по определенным причинам. Но те, кто внимательно смотрел видео, в нашей сумке увидели пойманные лолы. А для тех, кто будет говорить, что мы ловим и забираем мелочь пошла. Я специально сделал несколько вставок, где мы отпускаем особи в районе 35-38 сантиметров. И меньше, соответственно. Скажу честно, судака забирали от 40 сантиметров и больше. Самого крупного мы поймали в самом начале, с самой первой дорожки. Вес судака 4900. Ну что, Сереж, ты будешь бить или плескать? Да. Борта не по мне. Вот это ты. Сейчас она в песке у тебя прилепится. Вот это... Всех сторон. Молодец. Мне кажется, ты погорячился сейчас. Сейчас песок налипнет конкретно. Пока поймать над плескарем облить. Проверил, да? Ты что, есть что-то? Красавчик. Супер. Лоточку. Да, вот это, блин, тушка. Толстолобище, друзья мои. 30, сколько? 38, да? Сколько он? 38 килограммов. Вот это размер. Больше метра длина. Так, это что вы делаете? Отсюда надо в Гуантанамо перевезти ему это. Что вы тут делаете, интересно? Наркотики. Колет, короче. Это по секрету, короче. Наркота, а потом, короче, уходит уже в это, в Европу, все дела там отсюда уже, с Астрахани, в конопля. Вот я штырь, конечно. Конопля. Ага. Роман, из чего уха будет? Будет по-донскому, кайфовая. Как у нас делают на родине. Сейчас попробуйте, пальчики оближите.
столбы. Очередной экземпляр. Нет. Этот покрупнее. А это, вам Бог. Этот покрупнее. Так. Ну, так. Котлетная это моя душа. Стой, подожди, тройники, видишь? Надо как-нибудь что-то. Сюда вот. Так. Подожди. Подожди. О, вот все. Так вот. Все, подожди. Вынимай. Так, все, сетка, вынимаю. Ну, подожди, Илюх. Оставь там пока, оставь. Ай-яй-яй-яй-яй, спился, гад. Слушай, а мы его в сумку-то не положим, наверное? Или положим? Так, под сак сейчас вынимаю. И что с ним делать? Сумку. Подожди, подожди, не торопись. Не суетись. Иди, иди, иди. Илюха, блин, не вмещается. Это его фотка и все. А, вот так вот. Стал. Положим туда, на пол. На пол нет, весь как пит у меня уделал, но весь сопливый, посмотри. Ну тогда в сумку кладем его. Пусть он дугой лежит, да и все. Пипец вообще. Сумка. Адово, бля. Застегивай, иначе вылей, выпрыгни. Все, усявкал нам, бля. Все, плохо, бля. Сопливый. Ну что мы с тобой, бля? Перепрофилировались на... Я не знаю. Да, здесь правда. Столов. Короче, нам нужна только вот эта часть. Мы ее заберем на котлеты. Остальное мы все, короче, это дело, ну, можно на уху, можно выкинуть по желанию. Нам нужны сейчас вот, нужно филе на котлеты. Вот масса. Сейчас посмотрим, сколько от массы это останется. Останется, конечно, крайне мало. Вот. Вот он центр, плавник. То есть можно, в принципе, отсюда начинать вот делать надрез. Вот он пошел. И ведем, грубо, вдоль хребта. Делаем надрез. Все. Филе нож бережем, в кость не упираемся. Идем вдоль, и вот таким макаром мы вдоль его раскрываем. Держи его крепче, чтобы не пора. Все, и потихоньку костяшки мы обходим. И потихоньку вот таким макаром мы раскрываем.
Вот. Здесь можно простым ножом вот так вырезать, но филейный нож, он здесь упрется, здесь вот костяшки у него, он упрется. Поэтому сейчас возьмем ножницы, здесь ножницами просто как бы дорежем. Вот здесь сделаем такой вырез. Вот, мясо почти здесь, ну, не осталось вообще. Вот он хребет. Потом покажем. Все, дай ножницы. Теперь мы вот это вот здесь отрезаем. И до конца его доводим. Ребят, ну вот чего, а? Что у вас есть? Теперь мы доводим его. Идем по ребрам уже. Фотографируем вашего лова. Идем по ребрам. Вот они ребра. И мы по ним прям проходим. Снимаешь рыбу? Да. Потери, конечно, ну, грандиозные. Это если делаем мы филе. У тебя ребра не будет рыбать? И вот они, если видно, вот не ребра остаются. И вот прямо так вдоль идем. Все, вот они, ребра остаются. Дальше это все ребра, там уже, ну как это называется, оно нам не надо. Внутри остаются кишки, все остается там, а у нас остается вот такой в руках. Филейный пласт. Ты не сказал вес этого. Вес данной рыбы 18 килограмм. Вот они, ребра. Они прям вот. Вот они. То есть мясо осталось только между ребрами. Здесь уже, в принципе, у толстолова, ну, я не знаю, особо невкусное. Кто-то берет. Это можно все вырезать, грубо, на уху, голову на уху. Все, вот здесь нам уже ничего не надо. Вот он, позвоночник. То есть ничего мы, ну, здесь лишнего мяса не оставили. То есть все идеально. Вот. Теперь переворачиваем его головой сюда. И у нас, по сути, остается просто скелет, а внутри потроха и голова. Смотрите, как он быстро работает, прям вот задает, только раз это он, ху-ху. Да. Надо найти диск, снять скелет, это все. Нет, посуду держи. Теперь делаем то же самое с этой стороны. Вот центр. И пошли. Нож должен быть острый. Вот я довел до башки. Теперь сейчас проведу сюда. Делаем здесь надрез. Просто чтобы филейный нож сберечь. И здесь теперь мы, они ребра вот так огибают, и нам нужно их обойти. Сейчас вам там не видно ничего не будет, но я вот иду прямо вот по чуть-чуть, кончиком, самым кончиком. Главное, ну, не в это. Если ножик острый, хороший филейный нож, то вы, в принципе, никак не это. То есть он будет просто мясо резать, в кости упираться, и вы это будете чувствовать. Вот, немножко я ошибся. Все-таки там что-то задел. Сейчас исправим. Все. Вот две половинки. Это, в принципе, можно все отрезать и вырезать и, ну, забрать, грубо так. Да, берем ножницы, и вот здесь все это вырезаем и обрезаем. Ну, нам это, наверное, не нужно. Мы оставим это, наверное, егерям, а здесь они сделают на берегу потом уху. Вон. Все, то есть получается вот на рыбина, которая, да, то есть, ну, здесь, конечно, еще мясо осталось. Я говорю, можно выбирать, может нет. Нам нужно котлетку поточать. Вот. Если на консервы, то это все вырезается. По-другому даже можно немножко делать это все дело. Вот.
вместе с ребрами на котлеты, вы знаете, на консервы. Если на консервы мы делаем, то надо с ребрами все это забирать. Но нам нужно чисто филе. Все. Вот, к сожалению, вот это вот все, что можно добыть с этой рыбы, с 18 килограмм.